С вами Николай Пивненко в проекте «Дата». Сегодня 19 августа. Всемирный день фотографии. По некоторым данным, в 1839 году в этот день общественности представлен метод получения отпечатка – фото. Дагеротипа, прототипа фотографии. Изобретение принадлежит Луи Дагеру, у которого патент выкупило правительство Франции. Оно и провозгласило его изобретение подарком миру. Всемирный день гуманитарной помощи отмечается также сегодня, а еще Виналия – праздник виноделия в Древнем Риме. Таких дней тогда было два – 23 апреля и 19 августа. Новое вино выливалось на землю храма Венеры и приносились жертвы Юпитеру. Предание относило установление этого праздника к началу Рима, когда Эней, а по другой версии Асканий, ведя войну с царем этрусским Мезенцием, дал обет Юпитеру посвятить ему сбор винограда за этот год во всем Лациуме и одержал победу над врагом. День рождения русской тельняшки отмечается сегодня. В далеком 1874-м в этот день император Александр II подписывает указ, согласно которому вводится новая форма одежды бравых моряков. С тех пор тельняшка является признанным символом мужества и отваги. Ну а теперь о родившихся. 1882 год. В этот мир приходит Габриэль Шанель, или просто Коко Шанель, француженка, законодательница моды. Цитата. «В 20 лет ваше лицо дает вам природа, в 30 его лепит жизнь, но в 50 вы должны заслужить его сами. Ничто так не старит, как стремление молодиться. После 50 никто уже не молод, но я знаю 50-летних, которые более привлекательны, чем 3/4 плохо ухоженных молодых женщин». Ну и еще одна цитата. «Не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые». Так говорила Коко Шанель. 1937 год. Александр Вампилов приходит в этот мир. Драматург, старший сын, утиная охота прошлым летом в Чулимске. Его назвали Александром в честь Пушкина. Это был год столетия со дня смерти поэта. А вот после ухода его отца, арестованного НКВД, семья Вампиловых жила очень трудно, буквально перебиваясь с хлеба на воду. Он ушел из жизни молодым, а герои его пьес выходят до сих пор на сцены многих театров мира. 1945 год. Рождается Ян Гиллан, британский рок-музыкант, вокалист и автор текстов песен. Наиболее известен, конечно, как участник группы Deep Purple. Гиллан также исполнил партию Иисуса в оригинальной версии рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» и пел в течение года в Black Sabbath. 1946 год. В мире появляется Билл Уильям Джефферсон Клинтон, будущий 42-й президент США с 1993 года, представитель демократов. А в 1951 году родился Владимир Конкин, актер. «Как закалялась сталь», «Место встречи изменить нельзя» и многие другие работы. Первая же работа в кино, роль Павки Корчагина, мгновенно приносит начинающему актеру широкую известность. Но свою главную роль Володя Шарапова сыграл, конечно, в телефильме «Место встречи изменить нельзя». 1856 год. Американец Гейл Борден патентует способ получения сгущенного молока. Через 10 лет фабрика сгущенного молока появляется и в Европе. В 1875 году Швейцария производит 4 миллиона 200 тысяч килограммов сгущенного молока. При покупке товара на фабриках можно было заказывать и удобные инструменты для откупоривания жестянок. В России конденсированное или сгущенное молоко выписывалось из Швейцарии аптекарями и поначалу покупалось лишь в экстренных случаях. В 1887 году в подмосковном Клину Дмитрий Менделеев самостоятельно поднимается на воздушном шаре, заполненном водородом под названием «Русский». К 8 часам шар достиг высшей точки – 3800 метров. Пролетев над землей около 100 километров, шар благополучно приземлился близ деревни Спасугол. В гондоле воздушного шара ученый произвел целый ряд атмосферных измерений и наблюдений. За два дня до полета великий химик даже составил завещание, в заключительной части которого написал: «Хоронить прошу как можно проще.
В Клин Менделеев приехал со своим коллегой, физиком Константином Краевичем и знаменитым художником Ильей Репиным, который делал зарисовки приготовления воздушного шара к полету. 1936 год. Начинается первый открытый московский процесс по делу объединенного троцкистско-зиновьевского антисоветского центра. В ходе проходящего 6 дней суда все 16 обвиняемых будут признаваться в создании террористического центра, связях с Троцким, участии в убийстве Кирова и подготовке заговора против Сталина и других руководителей государства. Они же дадут показания против Бухарина, Рыкова, Томского. Всем обвиняемым будет вынесен смертный приговор. 1944 год. Александр Покрышкин стал первым трижды героем Советского Союза. Как летчик-истребитель он занимает второе место после Ивана Кожедуба по результативности среди всех пилотов-союзников по антигитлеровской коалиции. 1946 год. Мао Цзэдун объявляет в Китае военное положение и призывает к всеобщей войне против Чан Кайши. 1960-й. С 19 по 20 августа космический корабль «Восток» с собаками «Белка» и «Стрелкой» на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. Цель эксперимента – исследование воздействия космического излучения на живые организмы. Обе собаки смогли дожить до весьма преклонных лет. «Стрелка» оставила после себя многочисленное потомство, а один из ее щенков, Пушок, был подарен даже Жаклин Кеннеди. 2000 год. В Москве проходит освящение воссозданного храма Христа Спасителя. В 1988 возникло общественное движение за воссоздание храма. К 1999 новый храм Христа Спасителя сооружен как условная внешняя копия своего исторического предшественника. Но сооружение стало двухуровневым с храмом Спас-Преображения в цокольном уровне. 19 августа 2000 года состоялось великое освящение храма собором архиереев, присутствовавшими на архиерейском соборе Русской Церкви. Ну и самое последнее. 1991 год. Образован Государственный комитет по чрезвычайному положению. С 6 утра радио начинает передавать объявление о введении чрезвычайного положения в некоторых районах СССР, указ вице-президента Геннадия Янаева о его вступлении в исполнение обязанностей президента СССР в связи с нездоровьем Михаила Горбачева. Заявление советского руководства о создании Госкомитета по чрезвычайному положению в СССР. Обращение ГКЧП к советскому народу. Ну а по телевидению показывают бесконечное Лебединое озеро. Ну а далее стремительное развитие событий. На следующий день обращение гражданам России, подписанное Ельциным, Силаевым, Хасбулатовым и Собчаком, танки на улицах Москвы, указ президента РСФСР, в котором создание ГКЧП квалифицируется как государственный переворот, а его члены как государственные преступники, сооружение баррикад вокруг Белого дома, пресс-конференция с дрожащими руками в пресс-центре МИДа СССР, показанная по телевидению, ночь в ожидании дальнейших событий. 22 августа на самолете Ту-134 российского руководства президент Горбачев возвращается с семьей в Москву. Заговорщики по его приказу арестованы. Впоследствии, 23 февраля 1994, они будут выпущены из тюрьмы по амнистии, объявлены Государственной Думой. Так заканчивалась одна страна и начиналась фактически другая. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».